Меня часто спрашивают, почему вкус моих салатов с желудочками не как у всех. Привет, друзья! Вы на канале Рецепты на салфетке, и сегодня показываю, как я отвариваю куриные желудки для салата. Желудочки тщательно промываю и выкладываю в кастрюлю с чистой холодной водой. Включаю плиту. Когда появится пена, непременно ее убираю. На 500 граммов желудочков добавляю 2 лавровых листа, 1 чайную ложку черного перца горошком, душистый перец 5-7 горошин и 2 крупных зубчика чеснока. Накрываю кастрюлю крышкой и варю 30 минут. Выключаю плиту и даю желудочкам полностью остыть в бульоне. Вынимаю желудочки непосредственно перед приготовлением салата. Кстати, рецепт на новый вкусный салат оставлю под видео. Если понравился рецепт, ставь лайк и подписывайся на канал Рецепты на салфетке. Впереди много интересного. Состав ингредиентов и их количество под видео.